Ну, во-первых, я считаю, что у каждого народа, да, зависит от культуры. Есть русская, да, там, душа, исполняет русская песня, да, именно тоже сами. Американцы, у них совсем все другое. Если, например, российский артист хочет выйти на Запад, по-любому он должен исполнять песни на английском. И хороший акцент. Или на французском. И поэтому я смотрю сейчас очень много молодых, да, там поют на французском, на английском. Кстати, мой последний клип «Мама Dream», он на английский и французский. Есть Дима Билан, который поет хорошо на английском, есть Лазер. И поэтому сейчас большинство, они думают, чтобы не только в России остаться, а потихоньку, Валерия, да, там выйти немножко за границу. Не просто, во-первых, смотря ситуацию, которая сейчас в мире, да, там русские идут, любят, ненавидят, но все равно мы лучше, мы идем. И я считаю, что тоже не хватает тоже, не знаю, когда идет шоу, например, я смотрю какие-то большие мероприятия, концерты и так далее, в Европе люди просто это приют, это шоу, нереально. Всегда у нас какой-то косяк, да, там, что-то не то, сцена упала на артиста, всегда что-то, или дождь, все, налил, там, аппаратура, всегда что-то, но на самом деле все это тоже шарм какой-то, потому что у нас мы никогда не знаем, как все это будет. Приезжаю, думаю, о, что будет сегодня, какие сюрпризы. А Запад, знаешь, что все будет четко, из А до Б, да, там все четко. Но мне нравится в России, мне нравится шоу-бизнес в России, мне нравится очень много исполнителей. Поэтому самое главное, чтобы душа, русская душа всегда.